Неравнодушные и активные, так отзываются люди о новом председателе ТОС «Северный» Александре Краснянском и о депутате городского совета Олеге Погорелове. Сегодня множество вопросов, связанных с этим микрорайоном, они решают вместе. Председателем ТОСа «Северный» Александр Краснянский работает несколько месяцев. Согласился на непростую должность по нескольким причинам. Говорит, как-то глава района, рассказывая о планах на 2014 год, отметил, что это будет год развития микрорайона «Северный». А потом с людьми работал всегда с удовольствием, так что в территориальное общественное самоуправление пришел осознанно. Работать с ним очень легко. Душевный, отзывчивый. Это не просто так слова, это действительно так. Помогает людям. Люди приходят, он сам собирается, идет по улицам. Все улицы, он наш микрорайон, уже практически прошел сам. Понимая, что любой вопрос решается быстрее, если инициативу людей поддерживают депутаты, новый председатель ТОС «Северный» наладил контакт с депутатами своего округа. А чтобы жизнь микрорайона была отражена наглядно, обратился к ним с просьбой сделать два стенда. Один о жизни микрорайона, другой о ветеранах с фотографиями и фронтовыми биографиями земляков. С помощью Олега Васильевича Погорелова сделали вот этот стенд для информации о наших ветеранах, которых остается все меньше и меньше. Сейчас в микрорайоне осталось всего 6 ветеранов Великой Отечественной войны. У каждого Краснянский побывал лично. Мы с ними тоже поддерживаем постоянную связь, да, заботы, какие о них проявляем, подарки подарили. Сегодня в ТОСе «Северный» очень много новых людей, активных и неравнодушных. Пример подает председатель. Человек чуткий, руководитель требовательный. Начинает спрашивать, что сделано. Мне нравится, что он ответственный. Он спрашивает отчет за проделанную работу у нас. И уже ни влево, ни вправо не уйдешь. Нужно или делать, отчитываться, или не делать и писать заявление, что я отказываюсь работать, я не справляюсь. Нужно что-то, помогает. Не поняла, 40 раз подойду, спрошу, 40 раз конкретно, я же была новеньким, совсем не знала ни участки, ничего. Присутствие депутатов на подобных летучках – дело обычное. Здесь они ведут приемы и узнают о проблемах жителей своего избирательного округа. Просят, говорится, обращаясь, оказываем помощь, взаимодействуем. От них помощь тоже есть, она информирует, где это. Помогаем ветеранам, помогаем немножко. Кому-то лавочку починить, кто-то попросил новую дорогу, да тот же стенд сделает. Кстати, помогает Погорелов не только в своем микрорайоне. Являясь предпринимателем, оборудовал для своих работников спортзал. А потом молодые казаки из районного казачьего общества, в котором он и сам состоит, попросили зал для занятий ножевым спортом. Погорелов только за. Вот и в городском совете он продвигает и поддерживает решения, направленные на благоустройство Белореченска, развитие физкультуры и спорта, казачества. Если Погорелов уже депутат со стажем, то председатель ТОС «Северный» Александр Краснянский только планирует заняться и этой деятельностью. Статус депутата мне просто поможет многие вопросы решать оперативнее и энергичнее. Есть вопросы, и вопросы серьезные, которые требуют депутатского решения. Пока есть силы, есть возможность что-то еще сделать для города, для района, для людей. Ну что, площадку? Что? Будем площадку проводить в порядок? Все, договорились. Цветы будем сажать, да? Да. Татьяна Шуляцкая, события и люди.